Праздник Каргатуй считается одним из самых древних у башкир и отмечается повсеместно. Главная традиция – накормить вестников весны грачей. Раньше считалось, что если они будут сыты, то год будет урожайным, а жизнь – благополучной. Это праздник единения, праздник встречи друзей. Варили кашу пшеничную, детей угощали всех присутствующих. Потом эту кашу раскладывали по деревьям. Это для того, чтобы грачи, которые прилетели, их поддержать. Каргатуй стал частью культурного календаря в Самаре. Весенний праздник отметили уже в 17-й раз. Участниками стали и представители других народов, которые могли познакомиться с традициями башкир, увидеть предметы быта, полакомиться национальными угощениями. Чак-чак, буурсак, национальный хлеб и пшенная каша – символы башкирского Каргатуя. Каждый праздник – это не только возможность прикоснуться к традициям других народов, проживающих по соседству, но и пообщаться друг с другом. Праздник Каргатуй является не просто ежегодным, а одним из первых ежегодных, весенних, многонациональных праздников. И особенность этого мероприятия в том, что в нем участвуют представители разных коллективов, разных этносов. И с каждым годом эта палитра становится все шире. Меняются коллективы, меняются лица, но неизменным остается одно – сохранение национально-культурных традиций народов, которые проживают в нашем многонациональном городе. Самара – город многонациональный. Башкиры являются коренным народом, издавна живущим в степных районах нашей области. В праздничном концерте – выступление национальных башкирских самодеятельных творческих коллективов Самары и Самарской области, артистов Республики Башкортостан, лауреатов международных и республиканских конкурсов, солистов Башкирской государственной филармонии. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.